Я жду, пока ты пройдешь, будем по очереди аккуратненько. Хороший чел. Давай на чекпоинте на скорость проходить. Давай. Все, давай. Все, погнали. Поехали. А что у меня самолет какой-то? А я упал. Мотивацию надо поднять! Смотри, во что вы превратились. Сейчас, подожди. Я, походу, не попаду в телепорт. Ой! 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 Привет, друзья! Меня зовут Твикли. Сегодня со мной мой дружбан Нежданчик, и мы возвращаемся в GTA 5 онлайн. Как же давно я не записывал видосики по этой замечательной игре, и мы почему-то друг друга не видим. Но нормально, ладно, поехали, будем, короче, так, наверное, проходить. А куда нам? А, я вообще. Нам вообще направо. Слушай, а расскажи, что за мапу ты запустил, потому что. А, подожди, во, все. Здорово. Ай, блин. Давай. Куда ты поехал? Я хотел тебя узнать. Это, собственно, что? Это у нас скилл-тестик, паркурчик, не знаю, чисто проходить, посмотреть туда-сюда и все в этом. Возможно. Какой-то челик есть, у меня там собака еще гавкает на заднем плане, если что вы не слышите. Скоро выходит трейлер GTA 6, и как бы в честь такого замечательного события, я почему-то вот в голову мне вбилась идея вернуть GTA Online на наш канал, потому что я его не записывал уже больше года вроде бы, что-то такое, хотя или вроде бы ровно год назад выходили выпуски. В общем, не знаю, что ты там проедешь, я просто хочу. Пока тут вроде бы начало будет легкое, я без тебя запускал тут, проверял вот пару минуток, там проездил, да, посмотрел, что того, что кого. Хорошо едешь. Я просто еду сейчас. Ну да, мне пока нравится, что она тут такие широкие дорожки, как раз можно развернуться тут. Куда? Ну дальше увидишь, что здесь будет. А, ты уже здесь. Видел там сквозь это? Я думал, мы сейчас вернулись. Да, прикольно. Ты куда едешь? Куда? Тихо, тихо, стой! Ты че? А ты сам выбрал? Нормально. А ты где? А, ты уже вперед уехал? Да, я без тебя, я без тебя прекрасно справляюсь, я сам упал. Так, ну давай там, не знаю. Так, ну ты там где? Да еду, это типа дубль 2. Едешь? Да, 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 я здесь аккуратненько так заверну сейчас вот. Торопиться. Да блин, ну ты специально что ли? Все, давай нормально, давай соберемся, будем проходить просто дорогой. Да, просто обычно. Да я же тебя вижу, но как ты там стоишь, что-то. Говнюк. Ты уже взял, да? Ты уже взял. Все, до свидания. Чел, жуй пыль, глотай пилки. Бом! О, как ты выжил? О, все, пока. Это было достаточно легко. Так, ну все, я просто поехал вперед, чтобы ты меня не трогал, там все дела туда-сюда. Курсе, что я сейчас, ну, один из лучших на. Да. Я бомбу задел какую-то, там стояла мина. Давай же проходить нормально, чем мы это бесим? Не-не-не, просто я херачу вот на таком, на полудрифте езжу. Ой, все, тут все, начинается скилл-тест отсюда. Начинается официально отсюда скилл-тест, который мы начали проходить. Че, я упал, непонятно опять. О, фига ты проехал. Так, давай по очереди тогда. Слушай, подожди. Назад нужно. А ну, ты куда я едешь? Тебя сбил? Тогда? Я тебя сбил? Ну, я сам обосрался еще вдвойне. О, все, я сейчас поеду, смотри. Так, аккуратненько. Оп, заезжаем. Так, теперь нужно здесь, по идее, ждать. Тайминг! Зачем? Я перепутал клавиши! Вот это все, вот это понятно, то, что мы не играли, блин, реально больше года или сколько. Да, там. Это вот только из-за этого. Не то, что мы раки просто. Я жду, пока ты пройдешь, будем по очереди аккуратненько. Хорош, чел. Ты увидел, я надеялся, я твою камеру перепрыгнул просто. Так, все, здесь чисто спамить. Эту клавишу ждать пока. Все, нормально, нормально. Сейчас пройдем. Так, я сейчас буду брать чекпоинт. Во, все, я заехал. Ты взял, ты прошел? Да, я разворачиваюсь. Не, здесь легко на самом деле. Можем налево или направо прыгать. Я пока, может, спущусь вот сюда. У меня проблемы с тем, чтобы развернуться даже. А нет, там разворачиваться не нужно, ты заезжаешь, жмешь W до конца. Ждешь, пока эта штука появится. Нет, смотри. Рассказываю, как это надо было проходить. Рассказываю, как это надо было проходить. Просто. Гайд. Давай. Че, хорош. Вот так вот. Взял? Увидел. Ты взял? Да, я взял. А, я испугался, я не хотел тебя добивать. Так, все. Хотя, что мне учиться? Давай, иди отсюда. Так, ну я, наверное, поеду направо тогда, не знаю. А, ты направо, я налево, давай. Давай. Все, давай теперь на скорость надо проходить. Стой. Ты давай на чекпоинте на скорость проходить. Все, давай. Все, поехали. А что у меня самолет какой-то? А я упал. А, ну не, ладно, я думал, тут будет жестче, но мы. Ой, оно двигается, подожди, мне показалось. Ой, я взял, поехали. Смотри, трюк. Ну ладно, не а, очень. Думаешь так объехать? Ну, в принципе, да, так и да. Правильно, да. Я думал тебя подловить, там, чтобы ты. Да ёпперите! Я, короче, сейчас собираю жестко этот херачить. А может, я эту штуку заделаю? Какая? Ну вот эту, которая там вертится. Смотри, что делаю. Ой, а что здесь? О, здесь надо было разгоняться. Направо не едь, кстати. Да. Хотя нет, можешь. А, можешь, нет, стоп. Сможешь не разгоняться, здесь нужно тайминг подождать, пока оно будет месяц. Даже не тайминг, просто заезжаешь на платформу, смотри. А, ты уже чекпоинт взял? Не, я не взял очень. А ты где? Да вот. Заезжаю на платформу. Я потихонечку еду тоже до вниз. Но, в принципе, здесь реально карта легкая. Пока никакого, да, мне пока нравится. Никакого прям никаких осложнений нет. Типа я куда-то а поехал ты вперед. Ты летишь? Не знаю. Тут Лестер стоит почему-то. Куча NPC каких-то. Слушай, здесь реально прям что-то пока что разорвался. А! Я тоже почему-то взлетел, хотя я, блин, был в 3 метрах от этой штуки. Уф! Ой, какой сильный! Ты бы видел, что я сейчас сделал. Только эту штуку не задень. Хорош, чего. Ой, смотри. Скилл-тестики пошли. Оп! Нормально, все, изи. Ну это реально это прям такая разминочка. Ну, в принципе, для возвращения пойдет. Ну да. Это самый сложный скилл-тест, пока который я проходил. Да, реально. Смотри, что есть, смотри. Чё? Рассказываю, как проходить. Я, блин, сейчас как не знаю, кто выпрыгнул. А, фига ты умный. А можем я так сделать?
О, тихо-тихо. Вот это скилл-тест. Это уже реально скилл. Блин, нет, то скорость не хватило. Это уже скилл-тест. Опа. Выживальщик. Так, так, аккуратно. И разгон. Ну и пока я назад сдам. Нормально, нормально, смотри, смотри. Оп, оп, и все, опа. Гоночка. Гоночка. Мост. Фигач просто. Все силы. Фига. Я залечу. Не залетел, как? Фейл делаем на одном месте. Да куда он? Так, что у тебя там? Понял. Я по таймингу спросил, чего у тебя там, и ты подлетел. Ой, звук надо. Они сделали. А можно, можно справа объехать, можно справа объехать. Смотри, да. Ну давай, показывай. Не-не-не, ты. Я? Я уже сделал. Да, да. Да, думаешь? Ну, смотри, поближе. Ну, хорош. Не, вообще я думал. Вообще думал по-другому сделать. Сейчас покажу, как. Вот так вот. Едем, едем. А когда они ехали? Да не знаю, стояли. О, машинка, машинка. Да. Хорошо. Да! А я не смог, да, тебя сбить. А куда ты улетел, то ты у меня отскочил просто. Я не улетел, все нормально. А, да? А что это? Ай! Ай! Ты чего меня бьешь? А это что здесь? А как ты проехал? Не знаю, еду. Алло. Я... Тут невидимый мост, что? Или подожди, может как-то перелететь здесь можно? Видишь? Подожди, так. А! Стоп. Подожди, не мешай. А я вижу уже, куда ехать. Вот сюда вот и обратно вот сюда вот. Во, видишь? Я уже взял. О, фига ты полетел. О, что? Смотри, там? Во что мы превратились. Сейчас, подожди. Я, походу, не попаду в телепорт. Ой, ой, ой. Я не попал в телепорт. А ты у меня вообще там... Я тоже. Там надо под углом как-то залетать, да, наверное? Сейчас, вот так. Вот так должно идеально. Вот, все, сейчас я ровно эту штуку лечу. Ты у меня лагом летишь, типа. Да, ты у меня тоже лагом летел. Да? Ну, сейчас идеально должно быть. Да, я слишком лево взял в прошлый раз. И чё, где? Кто я? Все, о, все, ты машина. Франклин, Тревер, Майкл, что они нас тут ждут? Ты все сделал правильно. О, я залез. Я залезу обратно. Куда ты залезешь? Как там все. Эти трюки делать, фишки GTA-шные, чтобы залезть обратно? Она меня тэпнула наверх, просто я прям в нее встал. Да? Я в ней стою, она мне ничего со мной не делает. А, о, вот сейчас должно. Давай. Хорош. А дальше что? А, направо, я думал, она невидимая. Спасибо. Я весь объеду аккуратненько. А ты можешь мне не мешать здесь? Я взял. Сейчас здесь прикольно было бы по стенке проехать. Вот так, допустим. Не-не-не. Я, короче, кстати, это, я хотел заупасть резко. Реально? Хотелось. Прям да, я тоже сейчас хочу, прям мне так упасть хочется, пипец. Если я упаду, то это только чисто из-за моего желания. Вот я захотел. Я слышу, как ты там едешь. Все, отстань. О! Я сквозь проехал. Ты прошел? Да. Жди, это тяжело, стой, не отвлекай. Мне сейчас надо максимально сконцентрироваться. Excuse так, me, bro. Лево. Так, я с тобой слежу из внутренности машины. Хорош. Оп. У тебя сколько еще проходить? Проходить? Ай! Не знаю. Меня задел штука. А? У тебя, кстати, такая штуковина, как тогда, палка вот эта линия. Сука, но я... У меня зрение, минус 9. Что мне делать с этой штукой? О, все. О, дальше пешочком. Давай, я сейчас буду тебе мешать. Только человек ничего не сделает против автомобиля, скорее всего. Ну что ты мешаешь? Подожди. Подожди, можно на тебя залезем и пройдем вместе, пожалуйста? Давай. Все. А я могу к тебе сесть, если что? О, давай попробуем. Все, во, идеально. Проходим. Едем, едем, едем. Аккуратненько, аккуратненько. Кстати, мне так камеру удобно сейчас смотреть. Так, правее, нормально, правее. Я боюсь, чтобы ты не упал, если я его так вот резко по глазам дам. Хорош! Мотивацию надо поднять! А ты взял? Нет? О, нет, не взял. Реально? О. Понемножечку, помали. Во-во-во-во, богатырь. Ой. Ой. Давай. Ой-ой-ой-ой. Не спеши, не спеши. Во-во-во-во-во-во. Немножко. А! Ты меня убил. Еще добить. А, не могу. Какой, не можешь. Все, побежали, у нас тут, видишь? А ты куда? Хотел умом. Здесь эта палатка, она как бы проницаема немножечко. О, фига. Так опыт. Да какой там чел, смотри, здесь вообще все легко. Ты куда там? Чел, я у тебя убегаю максимально. Все, большие гонки начались. Куда ты побежал? Да, все. Подожди, смотри, что могу. Подожди, в ком? О, фига. Ты видел, что я сделал сейчас? Да я видел, я аккуратненько пойду максимально. Так вот, спокойненько. Ты там еще жив? Я сейчас один из опытнейших на людях, Реально? Да. А ты просто побежал-то все? Ну, почти, да. Ну, тут только надо ждать где-то. Ой. Нет. А как здесь? А как здесь? Просто прыгать нужно. Да, я перепрыгивал. А, ты только дошел? Да, я ж не такой резвый. О, не, я аккуратненько максимально буду. Видишь, как я иду просто, я крадусь. Вижу. Я не хочу падать здесь. Здесь главное не торопиться. И все, придет с опытом. Так, здесь можно... Вот так вот. Приходит с опытом. Вот здесь точно не торопиться. Чекпоинт! Есть. Кровать! Все, могу наконец-таки отдохнуть. Здесь какое-то произошло мракобесие тоже. О, я тебя буду сейчас снимать отсюда.
долго не придет. Видишь, в каком я костюме сейчас на данный момент? Да. Сори. Паркур! Не буду тебе мешать, все, побежали дальше. Вперед! Ту-ду-ду-ту-ду-ду. Понял. О! А ты жив? О! Чё? Как ты упал и оказался спереди меня, что фигня? Не знаю. А ты жив? О, хорош. Да, да. А что есть с собакой? А, это. Чё? Здесь с кошкой проблемы немножечко багнутые. Ну я потихонечку пошел дальше тогда. Аккуратненько вот так вот. Маленькими да, шишками. Да, да. Нас в конце ждет яхта настоящая. Море, Ялта и все остальное. Как песня. Так, а здесь так. Нужно. Не убьет? И не убьет. Я прям на тоненьком остановился, беги. Так, здесь снова прыжочки, но в принципе, блин, это, по-моему, самая такая часть сейчас у нас. А мне нравится. Да. Главное, сейчас не наговори! Фига, я остановился на тоненьком. А здесь нужно, кстати, прыжок побольше делать, я так скажу. Здесь нужно прыжок прям нормальный такой совершать. Слушай, ну у меня пока все идет вообще чётенько. Да? Как будто я упал раз 20 уже. Да? Блин, я сейчас как-то с первой попытки прохожу, главное не наговорить себе. Я наговорил себе, я упал. Меня все скидывает. Я взял чекпоинт в самом конце. Да, меня сбило, но я взял чекпоинт как-то. Короче, вердикт. Игра не доделана, ждем патч первого дня. Ждем GTA 6. Ты у меня моделькой падаешь. Не-не, я вообще кайф. Ты у меня моделькой перемещаешься. А здесь нужно прыжочек побольше делать. Пошли, пойдешь здесь. Хорош. Дай бог. Я раньше прыгнул. Пожалуйста, перепрыгнул. Хорош, я вижу, ты бежишь дальше. Point, nice, все. Хорош. Меня больше ничего не интересует. А, ну все, тогда я могу не падать здесь. Да, можем. Да, да. Там дальше тачка будет какая-то, непонятно. Я не могу попасть на этот мостик, у меня чел, идиот, он бегает лево-право, не может попасть. Я сейчас иду, смотри, смотри. Куда идешь? Не в ту сторону. Я знаю. Давай. Опа. Вот так вот, бам. Вот так вот, бам. Мы прошли, вот финиш. Какой финиш? Тачка? Легалайз. Какой там легалайз? Ну про что там легалайз говоришь? Давай, едь уже. Ой, я за тобой поехал сейчас. Так, ну сейчас начнется самая-самая тяжелая часть этого испытания. Думаешь? Конечно. Я уверен, что я самый сильнейший сейчас. Да? Вот так вот. Поехали. Поехал. Так, а что там дальше у нас по чекпоинтам, по этим? А, ну все, нормально, изи. Ну здесь уже стоит. Так, ну я... Оп. Я помню, какую-то тему вообще проходили, шикарно. Где чекпоинт очень далеко был. Ой, и потом очень да, долго... Да, это почти в 90% скилл-чеков как будто. Скилл-тестов? Угу. Они вообще не щадят людей. Не щадят их время. Время и время. Во. Так, какой... Главное не упасть. Ты заехал? Да, главное сейчас не упасть на яхту! На яхту! А почему я вылетел? Я так четко залетел. Я так четко залетел и потом вылетел. А как еще проехать ее? А там она типа разворачивается же внешне, там легче проехать. Так, вот я залечу на яхту. Я так же и проехал. А, да, мне показалось. Возможно. Я заехал. На яхту. Я беру чекпоинт, потому что не хочу там больше тусоваться с этим прыжком. Все, фух. Так, ну все. А подожди, может на разный вертолет туда поедем? Давай. Я на тот тогда поехал. А хотя не знаю, есть разница или нет. Да не знаю. Так, ну это у нас что? Это у нас последний чекпоинт. Все, мы сейчас долетаем до этого. Походу финиш. А, я споткнулся в эту штуку. В кита. Я думал, невидимый будет. И тебя захвачу вертолетом, я ж могу. А я не возьму чекпоинт тогда. А, тогда да. Ага, ну все, я полетел. Так, ну все, финишируем тогда. Ну что, друзья, вот такой видосик у нас получился. Ставьте лайки, если ждали GTA 5, не знаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Твик, а также Данчик. И мы не прощаемся, говорим до новых встреч, друзья.